Вот сейчас находимся на пляже, который южнее Zen Beach. Не знаю, как называется. Сейчас искупались. Народу мало. Матрас какой-то плавает. Я на него уже залезал. Глубина, в принципе, есть, можно поплавать. Там, где матрас плавает, глубина есть. Вода такая мутноватая, но можно все равно купаться. А там за камнями Zen Beach. Камни горячие. Камни горячие. Камни горячие, да. Не горячий? Ну, потрогай. Горячий, конечно. Солнце, блин, же нагревает, хотя солнца почти нет. О, кажется, дождь. Да, что-то капает. Дождик закапал. Все, прекращаю съемку. Мы решили на Ходрин съездить. Посмотреть, то все никак. Надо уже доехать. Не то, что решили, а так что кто-то сказал, может, на Ходрин. Поехали на Ходрин. Да. Собирались мы туда уже сегодня. Тут такая вот елочка какая-то растет, точнее, не знаю, семейство хвойные. От дождя нас спасло. Да. Приехали на Ходрин. Сейчас вот идем на сам пляж. Ну, сейчас никакой full moon party нету, так что тут народу мало. Да и вообще на всем острове, наверное, сейчас мало. Собираются амбибосы раз в месяц все на полном пати. Да, и тут народу мало. В принципе, клёво. Клёво. Да. Там, мне кажется, если живешь вон где в бунгало, даже ничего платить не надо. А по мне, как Bottle Beach похож, по-моему. И другие там пляжи тоже похожи. Вот какой-то там панной похож. А больше? Ну, больше народу. Я бы сказал, что прям сильно больше. Больше. Да он это сам маленький пляж получается. Ну не маленький. Знаешь что? Говорят, что после full moon party сюда лучше не приезжать. Потому что тут все ссут в море прям. И как в море мочи получается. Тут и так все ссут в море.
Ну тогда гигантская толпа, как бы, и все суп бухают, и суп в море. И неделю после лучше мусор, сюда вообще мусор, не приезжать. Мусор. Ну, суп мусорит. Кадрин без фолмон-пати. Где? А, он... Что, самолет? А, вон, да. Самолет летит. На камеру, наверное, не видно. Видно, приблизить нельзя вот так? Ага. Ох ты, как низко летит. Самолет низко летит. Это, наверное, в Сорутани летит, небось. Садится, наверное, да. Вот самолет садится в Сорутани. Самуил, скорее всего. Нет, да. Самуил же где? Ну, вон там где-то. Вон там Самуил. Да, сейчас смотрим. Сурутани вон там. Там хрен знает, может, он как-то заходит. Детство нехорошо, детство. Вон там? Вон там что ли? Вон там все будет. Вон не ближе, еще не ближе. Объебосов здесь мечтают побывать, но им не удается. А мы вот не объебосы, а приехали. Такой вот поворот судьбы. Вода тут грязная. Вода в море грязная. И плавают пакеты. Но место красивое. Мусоров не было, было ништяк. Какие-то вот плавают, я сейчас выловлю. Я выловлю. Сейчас, да, покажу. Непонятно, что это. Так, ну где? Она большая, но она... Ну вот смотри, какая вода. Видишь, плавают тут фантики. Быканы плавают. Да? Да. Ну ладно, не так уж и много. А вон что-то плавает хуйня какая-то. Вон, вот что это там? Фантики. Сикерс кто-то поел. Мы с кораблей туда. Вот такой вот. Вот такой вот пляж. Ну все, хорош снимать. Блин. Вот нахрен Ангкор-Ват какой-то, да, точно. Кусочек Ангкор-Ват. Да. Я так понимаю, это ресторан. А что это вот там вот? А? Что это? Не Самуили получается? Самуили.
там сумерки. Короче, вид, вид спанга на Самуи. Костя фоткает тоже. Не видно. Если так фоткать, видно. А вот на Хадрине водятся мартышки, блин, сраные. Сейчас, блин, долбанет током.